Добрый день, друзья! С вами «Совесть на Волге». Кто говорит, что у нас изоляция? Вот, пожалуйста, смотрите. Люди работают. А это детская площадка, на которой сидит женщина с сигаретой. Нормально. Вид с балкона. 29 апреля. Дорогие друзья, наш видеосюжетик продолжается. Я сходила вечером в магазин. И сейчас покажем свои небольшие покупочки. Что я купила? В первую очередь я взяла вот такую вот минеральную воду. 16,99. Дочка помогает. Так. Газированная. Да, я держу в руках телефон, поэтому... Овощи. Взяла свеклу. Свекла так хорошая вроде, жесткая. Сколько там получается? На 20 рублей 51 копейку. Собака у нас, собачка с котиком нам помогает. Морковка вот такая вот. На 14 рублей. Я что-то не поняла, правда, она свежая, не свежая. Что-то похоже на свежую. Но еще цены такие более-менее. Так, дальше. Яйца у нас кончились. Взяла вот такие вот деревенские яйца. С1. А, все, нашла. 2 рубля, по-моему. 5 рублей 99 копеек. Ну, 66 получается. Ага, вот они свежие, что-то у меня фокуса нет. Вот такие брали, они нормальные, там желток такой прям насыщенный. Да. Не блекнет. Дальше. У нас щи я варила, есть. А гречневую кашу варила вчера, есть, и решили, что-то захотел сосисок. У нас они вот эти вот сосисочки сегодня со скидкой. 166 рублей 74 копейки, а будет 249,99. Да, вот 667 грамм. И свежие они. Ганоночки. Значит, вот эти вот сосиски. Ганоночки нормальные же. Фупера! Угу. Хлебушка, естественно. Зверюги не дают покоя. Так, взяли финский и белый батончик. Финский 27,99, вот такой вот. А белый 23,99. Угу. Вот. Потом я еще взяла круассанчики. 42,99. Тоже со скидкой на завтрак. И вот такие вот мы в прошлый раз брали, Яшкину вафлю. 29,99. Тоже со скидкой. Так, и еще вот тоже с картой клуба. Пятерочки. С картой Пятерочки. 44,99. Комет, наконец-то. Отлично, дороже, конечно. Ага. Ну вот, такие покупочки. Вот я вам сейчас покажу общий стол. Ну это так, знаете, на ползуба сходила. 460 рублей я потратила. Ну вот так вот. Да. Сейчас я сделаю морковку со свеклой. Потушу быстренько там в микроволновке. Вот так. Сегодняшний день закончился. Теперь у нас в Самаре с 1 мая ужесточается режим. Только в масках из дома выходить. И полицейских будет очень, говорят, много. На нашей улице вообще полицейских нет. Вот так, товарищи дорогие. Мы все ждем, когда нас выпустят, а нас закрыли. Конкретно. Ну все, не бросайте нас, заходите на наш канал, подписывайтесь. Надеемся, что теперь будет у нас побольше видео и более такие интересные. Всего хорошего, не падайте духом, мы с вами. Пока! А мне дайте дышать на просторах родных. Средь корейских берез, да сосен гулять.